Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Посмотрите, какой вкусный, красивый пирог я сегодня приготовила для вас. У нас начинается новый проект. Да какой проект? Не проект, а проектище. Сегодня я расскажу вам об основных нюансах, покажу, как я это вяжу, и много чего интересного вам поведаю. Ну, а прежде посмотрите, какая у нас редкость. За много-много дней у нас появилось солнце. Солнце в Москве. Все время стояли какие-то пасмурные дни, угрюмые. И вот посмотрите на это солнце. Я расценила это как знак. Значит, проект интересный. Значит, проекту быть. И я развиваю эту новую для меня технику штопка. Поистине у нее нет никаких границ. Во-первых, хочу поблагодарить вас за все ваши комментарии. Может быть, я кого-то пропустила. Скорее всего, пропустила. Я вчера вообще дала себе зарок практически не заглядывать в интернет. Воспитываю, знаете ли, свою такую стойкость. Воспитываю характер. И вот, не заглядывая туда, поступило много-много комментариев. Потом, сегодня утром, открыв свой канал, я просто ужаснулась, сколько же комментариев, и я, конечно же, на них не смогу всем физически ответить. Если я буду отвечать на эти комментарии, я не буду ничего вязать, и, значит, продолжение проекта будет медленным. Поэтому, мои хорошие, мои добрые подписчики, мои добрые зрители, я вас всех благодарю за все ваши комментарии, за все ваши советы. Знайте, что я все прочитала, но, пожалуйста, не обижайтесь, если я кому-то не ответила. У меня сейчас новая фишка, новый проект, которым я поглощена. И я думаю, что вы меня поймете. Вчера я начала вязать вот эту красоту, которую вы видели в превью к видео. Конечно же, со своими изменениями, конечно же, со своими изюминками. И обо всем об этом давайте по порядку. Сейчас я немножко разгребу этот пирог от декорации и покажу и расскажу о своих идеях. Итак, вязать мы с вами будем вот эту тунику. Здесь эта туника. У меня будет рубаха. Конечно же, у вас может быть платье. Все, что угодно. Посмотрите, какая красота. Здесь все та же филейная сетка, но филейная сетка такая, я бы сказала, хитренькая. Посмотрите, здесь какие квадраты. Квадраты, которые филейной сеткой, и квадраты разряженные. Так это звучит в описании к этой модели. Конечно же, ссылку на источник, где я это нашла, я все оставлю под видео. И вы можете пройти, посмотреть и увидеть там, ну, так скажем, что же я изменила. Я об этом подробно расскажу. А вот такая схема вязания. Как вы видите, здесь обычная филейная сетка и воздушные петли. А вот что я изменила. Вы видите, что здесь филейная сетка неоднородная. То есть начинается с двух столбиков с накидом, потом идет столбик и воздушная петля, заканчивается квадрат, опять два столбика. Между ними вот здесь воздушной петли нет. И все повторяется. Опять филейная сетка, но доходя до конца квадрата, между ними здесь 10 вот этих клеточек, то есть квадрат состоит из 10 клеточек. И потом опять 2 столбика без воздушной петли. Ну и так далее по всему полотну. То есть здесь присутствует вот такая неоднородная филейная сетка. Вот эти 2 столбика,
между ними нет воздушной петли, идут по всему полотну. У меня такого нет. У меня вся филейная сетка с воздушной петлей. И вот этих столбиков у меня нет. Я вам потом, мы будем вязать, и я вам покажу. То есть я немножко упростила схему вязания. Что еще я изменила? Вот вы видите, здесь начинается с 3 квадратов. Потом, после того, как связан раппорт узора, 10 вот этих рядов филейной сетки, идет набор воздушных петель в одну сторону. И набор, ну здесь уже не воздушные петли, все в источнике найдете. Здесь немножко по-другому набирается вторая сторона. То есть у нас идет вот такой вот круглый как бы край. Я это от этого отошла. У меня, во-первых, спинка будет идти прямо. Я буду вязать рубашку. И как будет перед, будет ли он закругленный или прямым, до этого еще дойдем. Пока об этом говорить рано. Я думаю сделать перед закругленным, но буду делать не так, как предполагает источник. Я вчера, честно скажу, я как бы вот это вот все провязала, но мне не понравилось, как это выглядит. Да, вот здесь вот будет бахрома по низу, но мне все равно не нравится вот такой ступенчатый низ изделия. Вот на картинке вы видите, что здесь вот такие вот ступеньки. Ступеньки вверх 10 рядов. Мне как-то это не очень. Если вам нравится, то, пожалуйста, вяжите по источнику. Я, конечно же, все буду показывать, весь процесс, как вяжу я. Мне почему-то захотелось лето, увидев вот эту модель. И сейчас эта модель, конечно, ассоциируется с моей новой затеей, с моей новой техникой вязания. Сразу отвечу на комментарии. Колкий комментарий был в мою сторону, что это не ваша техника вязания. Ее давно уже придумали на сайте Alize. Девочки, я не говорю, что это моя техника вязания. Я говорю о том, что это новая моя техника вязания. Я ее еще не пробовала. Вот только лишь поэтому. Я не знаю, зачем пишут вот такие комментарии. Ну, вернее, я знаю. Но не буду озвучивать это в кадре. Итак, давайте расскажу о пряже и о начале вязания вот этой красоты. Сразу хочу сказать, что к концу недели у нас будет еще новый проект, потому что новую пряжу от магазина Yarn 21 я уже получила сегодня. Посылка шла ко мне ровно 2 дня. В пятницу Дима выслал, это менеджер магазина Yarn 21. И в понедельник в 9 утра я уже получила пряжу. Моим эмоциям нет предела. Но об этом не в этом видео. Я буду вязать образцы из этой пряжи и в субботу выйдет ролик по обзору этой новой пряжи с образцами и, конечно же, о новых проектах, которые будут идти параллельно вместе с сегодняшним проектом, я об этом расскажу подробнее. Мне почему-то захотелось лето, нужно потихонечку готовиться к лету. Февраль, март, апрель, и как бы там уже можно ехать в отпуск. Я хочу подготовиться, не знаю, как нам удастся поехать в отпуск в связи с сложившейся ситуацией по всему миру, не только в стране. Мне бы не хотелось ехать в отпуск в маске, поэтому остается наше побережье, скорее всего, это будет Крым. Да, Россия большая, два лаптя по карте, как говорится. Поэтому я сильно не переживаю, что за границу выехать. Не то, что не смогу, не захочу, скажем так, а поеду по нашей матушке России. И, конечно же, вот этот новый проект, это моя подготовка, мои желания, мои мысли. Ну, я думаю, что все получится. Да, и вообще, как бы после февраля уже пахнет весной,
И мы готовимся к лету. Так что, кому интересно, давайте буду продолжать. Итак, из чего же я вяжу этот замечательный проект? У меня это будет, скорее всего, рубаха-кардиган. Я вяжу из вот такой замечательной троицкой пряжи Астра. А здесь единственная этикетка такая затертая. Наверное, лет 5 назад покупала я эту пряжу прямо в магазине при троицкой фабрике. Кстати, из нее я уже вот из этой белого цвета вязала Лёше тунику. Сейчас поговорим, я покажу вам ее, которая называется «Белый маг». Значит, пряжа достаточно жесткая, и она очень хорошей скрутки. Вот когда мы вяжем, значит, у нас здесь немножко путается. Расскажу вам, как этого, ну, избежать, как это немножко улучшить. Итак, значит, это 100% мерсеризированный хлопок. Здесь 600... Сейчас. 601 ярд на 100 грамм. Это сколько? Сколько метров-то? 610 метров на 100 грамм. Не, ну ярды и метры – это же разные вещи. Вот здесь, скорее всего, ошибку сделали. Короче, 610 метров на 100 грамм. Хотя, может быть, здесь... 600 ярдов, понятно. Здесь 610. Понятно все. 610 метров на 100 грамм. Достаточно тонкая пряжа. Вот такого секционного окрашивания. У меня 5 моточков. Я думаю, что я, ну, как бы уложусь. В источнике там дается метраж, и вот та туника, по которой, идею, которую я взяла из источника, там, по-моему, 500 или 500 чем-то метров 100 грамм, и там что-то 500 грамм пряжи надо. Я думаю, что это преувеличение, потому что, ну, филейная сетка мало пряжи берет, в общем... Я думаю, что грамм 300 пойдет на эту тунику. Может быть, даже и меньше. Вяжу я крючком двоечка. Вяжу, примеряя к Лешиной рубахе. Сейчас я тоже ее вам покажу. И я изменила схему вязания. Если вы зайдете в источник, вы увидите, что там раппорт узора вверх идет 10 рядов. У меня раппорт узора вверх идет 5 рядов. То есть у меня будут не квадраты, а прямоугольники. Как будете вязать вы, там в источнике есть и схема, и я рассказала, что я изменила в этой схеме. И вот я вам еще раз говорю, что у меня раппорт узора в 5 рядов филейной сетки. И дальше идет изменение в шахматном порядке. То есть, если здесь филейная сетка, здесь воздушные петли, то через 5 рядов мы меняем. То есть, у нас идет здесь воздушные петли, здесь филейная сетка. Воздушные петли, вот филейная сетка. Ну, а потом, когда будет связано полотно, сейчас отодвину, чтобы получше вам было понятнее. Когда будет связано полотно, то вот здесь вот будет идти тот пресловутый тамбурный шов. И получится очень-очень красиво. В принципе, можно вообще оставить без вот этого тамбурного шва. В превью к видео я вам подбрасывала там, кроме этой туники, еще тройку вариантов, что можно связать. И там есть именно вариант похожий. Вот если ничего здесь, никакие протяжки не делать, если с этим у вас трудности, с тамбурным швом, то можно, в принципе, оставить и вот такой узор. Поверьте, будет тоже очень-очень красиво. Может быть, даже я на нем и остановлюсь и не буду делать вот здесь вот эти протяжки. Теперь по поводу протяжек. Посмотрите, сколько я пряжи приготовила. У меня есть тулип очень похожего оттенка. Посмотрите, вот этот зеленый, который присутствует в этой пряже, есть вот такой зеленый тулип. У меня есть очень похожий вот такой тулип небесно-голубого цвета.
У меня есть также похожая пряжа ирис итальянская, которую я использовала в сеточке в ирландском кружеве. И запасы вот эти остались, вот этих трех оттеночков. И протяжки, если я их буду делать, можно, смотрите, сколько вариантов. Можно сделать однотонным хлопком. Можно сделать вот таким тулипом. Но я больше склоняюсь все-таки к тулипу. Во-первых, он блестит. Это придаст особый лоск изделию. И это будет очень-очень красиво. Короче, руки у меня чешутся. Мысли побежали. Фантазия прямо бьет фонтаном. И я просто очень рада, что я начала вязать этот проект. Ну, а теперь давайте покажу Лешину тунику из вот этой пряжи. Троицкая астра, вот этого белого цвета. Да, кстати, не сказала, у меня еще и сапфир есть вот такого зеленого цвета. Он тоже сюда подойдет. Вот. И расскажу, как я без выкройки, но в то же время и по выкройке вяжу, начала вернее вязать вот эту красоту. Итак, вот Лешина рубаха, которая связана из этой же пряжи, но только белого цвета. Это астра. Достала ее, чтобы вы посмотрели на жесткость полотна. Меня вот эта жесткость устраивает. Это одна из любимых вещей, когда мы едем в отпуск и просто летом. Просто вентиляция. Для очень жаркой погоды это рубаха просто шик. Но я бы даже не сказала, что это рубаха, скорее это поло. Вы уж извините, достала из шкафа, она не глаженная. Ну, в общем, лень мне было гладить, если честно. В общем, вот эта рубаха. Я не помню, каким крючком я здесь вязала. Ну, скорее всего, либо полтора, либо единичка. Но если взять двоечку, вот тот крючок, которым я сейчас вяжу, будет немножко помягче. Эта рубаха тоже связана все отдельно. Сшивалась здесь крючком, столбиками без накида, если это можно назвать швом, если вы увидите здесь шов. Но вязались все части рубахи отдельно, а потом сшивались столбиками без накида. Вот так выглядит шов столбиками без накида. Свою рубаху, да и Лешину, потому что я буду сейчас вязать Family Look, я тоже буду делать отдельно спинку, отдельно перед, рукава, и сшивать буду тоже вот таким вот швом, то есть столбиками без накида. В общем, вот такая рубаха. Смотрите на жесткость и принимайте решение. Конечно же, не суть, что вязать именно из этой пряжи там, или из секционной пряжи. Вы можете взять хлопок и сделать там несколько оттенков хлопка и сделать клетку самостоятельно. Не обязательно секционная пряжа. Вы можете взять полушерсть, и у вас тогда будет такой кардиган на весну-лето, на осень. То есть здесь, а то вы начнете меня спрашивать, я знаю, что будут такие вопросы, сразу отвечаю. Для этой рубахи подойдет, абсолютно любая пряжа. Ну, может быть, только не мохер, если чистый мохер. Остальное все здесь подойдет, что хлопок, что полушерсть, что шерсть. Это в зависимости от вашего желания, что вы хотите получить в итоге. Да, не сказала, как вязать из этой пряжи, чтобы она не путалась. Ее нужно опускать на пол. То есть, если вы сидите на кровати там, или на диване, или на стуле, вот этот моточек у вас должен лежать на полу, то есть у вас ниточка должна идти под натяжение. И тогда она не будет путаться, потому что я знаю, что многие жалуются на эту пряжу, она путается, из нее неудобно вязать. Положите ее вниз на пол, может быть в пакет, может быть в коробку, чтобы она не пачкалась. Но она должна быть ниже уровня ваших рук. Вот этот совет, я думаю, вы
внимательно смотрите мои ролики, я думаю, что он вам поможет. Сейчас взвесила Лешину рубаху белую, 400 грамм, но она так, чуть ниже попы. Так что 500 грамм мне вполне хватит на мою рубаху. Так, а может быть даже и меньше, потому что крючок у меня двойка, а там явно крючок меньше был в Лешиной рубахе, поэтому и пряжи пошло больше. Теперь, к чему я вам показываю вот эту опять Лешину рубаху, которую я у него давным-давно подрезала. Это теперь моя рубаха. И расчеты я веду именно по этой рубахе. Возможно, у вас есть что-то похожее. Может быть, у мужа есть или там у мужчин в вашей семье какие-то рубахи, которые вы можете одеть и сказать, вот это облегание мне нравится. Здесь, значит, я вот набрала петли по спинке, по ширине спинки в этой рубахе. Обратите внимание, как она интересно сделана. И я также хочу сделать. Не знаю, как у меня получится, но все же. То есть спина здесь прямая, а перед закругленный. Очень красиво смотрится. Можно сделать даже спинку длиннее, чем перед. И перед закругленным. Сейчас я вяжу спинку, и она у меня прямая. На что нужно обратить внимание? И ширина спины 66 сантиметров. Так, все, рубаху убираю. Рубаха нам не нужна. Это просто как показать ориентир, мой ориентир в вязании данной рубахи. Итак, начинаем вязать. Во-первых, нужно сделать расчет петель и, соответственно, квадратиков, чтобы число квадратов или прямоугольников, как у меня, было нечетным. Обязательно, внимание, нечетным. У вас должно начинаться, допустим, с плотного квадрата, там, где филейная сетка, и заканчиваться тоже таким же плотным квадратом филейной сетки. Это, на это обратите внимание, иначе будет некрасиво. Поэтому число вот этих квадратов у вас должно быть нечетным. У меня 66 сантиметров составляет 11 квадратов. Ну вот и считайте, сколько петель нужно набрать, если у нас филейная сетка, между ними воздушная петля. Я не заморачиваюсь по поводу набора петель. Я уже как-то говорила в видео. Я делаю с запасом. Видите, какой у меня еще кусок воздушных петель, который я не использовала. Он потом с легкостью уберется. Лучше пусть будет лишнее, чем вам не хватит. И к тому же, если вы наберете петли с запасом, вы можете уже сами рассчитать, то есть прибавить, отнять вот эти вот квадраты. Это облегчит ваш труд. Итак, у меня 11 вот этих рапортов узора, то есть 11 квадратов. Что мы, как мы начинаем вязать? Мы начинаем вязать филейную сетку, но здесь не столбик с накидом, а полупатентный столбик. Я сейчас покажу, я напомню, как его вязать. Дальше идет 19 воздушных петель и опять вот этот квадрат или прямоугольник, как у меня, из 10 столбиков вот этих полупатентных. То есть у вас здесь должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 вот этих вот дырочек квадрата, 10 дырочек филейной сетки. Я вам, когда будете набирать и провязывать первый ряд, рекомендую повесить маркеры. Маркеры вам облегчат сделать второй ряд, когда вы будете делать вот эти воздушные петли, чтобы вам потом не ошибиться и вручную не считать вот эти, сколько там у вас вот этих клеточек. Вы сразу над маркером сделаете прикреп и пойдете вязать дальше. Думаю, что это понятно. Сейчас я уже, в принципе, могу снять маркеры, они мне не нужны. Но для вывязывания вот этого первого раппорта вверх, они мне очень-очень помогли. Итак, я провязала, значит, что мы делаем?
вяжем 10 ячеек филейной сетки полупатентным столбиком. Дальше делаем 19 воздушных петель, делаем накид на крючок и провязываем опять прямоугольник из 10 вот этих столбиков филейной сетки. Из 10, чтобы у вас получилось вот здесь 10 дырочек. Итак, вяжем вверх 5 вот этих рядов. Но здесь получилось 6 рядов, потому что первый ряд мы провязываем все столбики. Чтобы у нас здесь дырки не было, мы же не можем на дырке сделать, ну, основание, так скажем, установочный ряд. Поэтому установочный ряд я не считаю, а дальше 1, 2, 3, 4, 5. 5 вот этих рапортов. Филейная сетка, 19 воздушек. Филейная сетка, 19 воздушек. Значит, провязав 5 рапортов узора вверх, дальше мы смещаем, то есть делаем нашу шахматку. Там, где была у нас филейная сетка, мы начинаем вязание с воздушных петель. Но обратите внимание, у вас ряд должен начинаться с кромочных, которые состоят из петель подъема 3 петли и 1 столбик полупатентный. Вот эта кромочная в начале и в конце ряда. Вот они, видите? Вот дальше опять заканчивается квадрат, но мы вяжем столбик полупатентный и еще один столбик. Между вот этими столбиками в кромочной воздушной петли нет. Итак, второй рапорт узора, не второй ряд, а второй рапорт узора. Как вы там, может быть, вы по источнику будете вязать, по источнику не 5 рядов, а 10 рядов, а потом начинается смещение в шахматном порядке. Давайте я напомню, как вяжется полупатентный столбик и как я вяжу второй ряд по воздушным петлям. Итак, смотрите, вот мы сделали, то есть филейную сетку провязали. Здесь у нас 19 воздушек, и над воздушными петлями предыдущего ряда мы сейчас должны связать филейную сетку. Вот я вам как раз покажу, как это делаю я и как я вяжу этот полупатентный столбик. Воздушная петля, накид на крючок. И я, можно делать прям вот в саму воздушную цепочку петлю, столбик вернее, но это будет долго, это будет очень долго. Я вяжу прямо под цепочку, делаю захват нити. Дальше смотрите, провязываю как будто столбик без накида, а потом провязываю накид. И потом провязываю петлю на крючке. То есть в 3 этапа получается вот этот полторашный, как я его называю, полупатентный столбик. Опять воздушная петля, накид на крючок, подарочку. Захват нити. Сначала провязываем как будто столбик без накида, а потом провязываем накид. А потом провязываем петлю на крючке. И здесь обязательно проверьте себя, посчитайте вот эти все квадратики. Вот их должно быть 10. 1, 2, 3. Еще значит 7 связать. Воздушная петля, накид на крючок. И дальше провязываем. Так, это что у нас? 4, 5. Так, напутала здесь. Вот видите, когда лежит моток на столе, вот здесь вот получается вот такая путаница. Когда он у вас внизу на полу, то эта путаница есть, но ее меньше. Поэтому кладите моточек с пряжей на пол. И обязательно просчитайте вот эти все ваши клеточки, чтобы их было 10. Если провязывать столбик с двумя накидами, вот прям сейчас положу вниз куда-нибудь, потому что не могу, очень путается ниточка. Она мне очень нравится, но вот это путанье, конечно же, немножко напрягает. Но вот когда внизу, сейчас положила вниз,
Сейчас будет лучше. Значит, если провязывать столбик с двумя накидами, то клеточка получается достаточно высокой, но большой и некрасивой. Поэтому вот руки привыкнут, конечно, к этому полупатентному столбику. Сначала вроде-то сложно, а потом все хорошо. Опять же, когда вы сидите удобно и когда все вам удобненько. Так, ну вот давайте. Потом они распределятся, вы не переживайте. Потом же у нас еще здесь будут идти протяжки, и они все вот это стабилизируют. Ну а там дело ваше. Вы можете вязать прям в тело вот этих воздушных петель, делать столбик. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот даже один лишний провязала. Так, девять. А десятый мы провязываем вот сюда. Давайте пересчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А вот даже еще лишний. Видите как? Вот здесь обязательно пересчитайте. Иначе все будете перевязывать. Так, воздушная петля есть, есть. Должно быть 10 дырочек. Вот 10 столбик мы провязываем уже над столбиком предыдущего ряда. Давайте еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот сейчас все правильно. Итак, это ряды у нас филейной сетки. Теперь мы делаем 19 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Сделали накид на крючок и провязываем полупатентный столбик вот сюда. Вот для чего нужно два вот этих столбика в конце ряда. Нет, не сюда. Вот сюда прям в столбик ныряем. Вот. И здесь не делаем воздушную петлю, накид на крючок, и я прям под столбик провязываю полупатентный столбик. Вот, в принципе, и все. Попроверяйте все ваши вот эти столбики, чтобы вот здесь вот было по 10 столбиков. И дальше просто вяжем раппорт узора уже в шахматном порядке. Что мы делаем? Сейчас давайте еще рядочек покажу. Раз, два, три воздушные петли, накид на крючок. Вот в этот столбик провязываем полупатентный столбик. Дальше 19 воздушек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот видите, она вот так вот. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, 16, 17, 18, 19. Все провязали. Накид на крючок. И вот дальше у нас филейная сетка. Здесь мы уже провязываем столбики над столбиками. Так, вот первый столбик. Накид, воздушная петля. И теперь мы уже сделали установочный, так скажем, ряд в прошлом ряду. Здесь мы просто провязываем воздушную петлю и столбик над столбиком. Думаю, что это понятно. Так, идем до конца ряда. Вяжем раппорт узора 5 рядов вверх и опять делаем смещение. То есть, если у нас здесь в начале были воздушные петли, мы провязываем филейную сетку,
А там, где была филейная сетка, мы провязываем воздушные петли. И у вас получится шахматный узор. Так, мы идем до подрезов. Я еще не знаю, буду ли я их делать. До этого еще дойдем. И я, конечно же, вам об этом расскажу. Ну, а пока на этом все. Как говорится, затравка есть. Ищем пряжу. Думаем, какой будет эта рубаха. Либо хлопковая, либо полушерстяной, либо, может быть, кашемировая. Все возможно. Все в ваших руках. Я желаю вам неимоверного полета фантазии. Я вас всех обнимаю. Всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.